хотелось бы что-то сказать о том, где я нахожусь и где вы этот сюжет видите. Видите в моей программе «Дом, милый дом». Место за моей спиной — вокзальная 5. А место, в которое я зайду — электросила. Но я помолчу, потому что я хочу дать людям возможность рассказать кое-что интересное, красивое и нужное, кстати. Выбор большой. Выбор большой. А ценники? Ну и ценники такие приемлемые. То есть можно говорить, приходите. Да. Чем оно вам нравится? Большой выбор, продавцы хорошие, ну и без всяких накруток. Вот я вот много магазинов знаю, там «Мир света», «Ультралюкс», там даже подстать им не будет. То есть можно говорить, приходите. Прибегайте. Прибегайте, правильное решение. То есть вы сюда пришли, да? С семьей. Да. Да, для дома, наверное, да? Конечно. А почему электросила? Потому что нравится здесь. Нравится, да? И ценники большой, абсолютно большой, нормальные. Большой выбор, да, и цена вполне как бы лояльная. То есть здесь можно надежно. Можно, да. Можно. Если только девочка, вот девушка напоминает, что я здесь частый посетитель, это значит надежная у вас фирма. Надежная фирма, да? Ну, как еще круче сказать? Очень надежная. Очень надежная, да? Да. То есть можно говорить о том, что, в принципе, круче их и нету, по сути, событий. Когда я брал материал в вашей фирме, мои уже клиенты, электромонтажную работу выполнял, они очень довольны и даже знают уже без меня. Вот соседи знают, материал закупают только здесь. И кому-то говорю, приезжает сюда. Бывает такое, что налички нет, девочкам звоню. Вот, ну, это могу сказать только тогда, когда люди надежные. Вот, завтра привезут. Все, они привозят денежку без проблем. Так что фирма у вас хорошая. Настоящая сила, электросила. Вы что-то взяли, да? Да, вот купил лампочки для ремонта. 6 штук, хорошего качества, достаточно удобные. То есть можно договорить, приходите сюда, да? Да, долговечно, я не жалуюсь. Долговечный, вот сейчас самое главное. Да. А то иначе так получается, пока еще китайский вариант, да? Пока еще ни одна не перегорела, ну вот, меняем остальные на эти лампочки. Почему нам электросила нужна? О. Потому что мы используем в быту многочисленное количество электроприборов и всего, что с этим связано. И надо попадать, не надо попадать на деньги, по-моему, мне так лично кажется. Да, здесь вполне приемлемые цены. Можно говорить и брать спокойненько. Да. Электросила вам нравится? Да, здесь регулярно так. То есть можно брать, да? Вещи хорошие, качественные. Да. Устраивает. Устраивает. Самое главное, и для пенсионера тоже неплохо. Цены приемлемые. Вы сюда часто гость, нет? Заходите? Нет. Но все равно зашли, посмотрели ценники, да? То есть нормально, можно сказать. Хороший магазин, советую. В электросилу часто заходите? Да, это мой любимый магазин. Относительно, любимый магазин, относительно электротехнических изделий, причем именно по этому адресу электросила. То есть все нравится? Вообще все нравится. Вот и до профессиональные продавцы никогда не оставляли без полноценной консультации. Ориентируются в ассортименте. Набор. Даже просто сюда приятно прийти, посмотреть на профессиональную работу. Провалился. А если я вот так встану? Я же не провалюсь. Ха-ха-ха! Оба отца! Да-да-да-да-да. Вы думаете, что я взлетнул? Нет. Это снег. И, наверное, в оконцовке сюжета я бы должен промолчать. Ну, практически я все и промолчал. То есть закадрового текста нету. Потому что так, как люди говорят, вот это мысль вслух, которую они вам донесли. А дальше вы сами думаете. И один из вариантов, где мы сейчас находимся, это Комсомольская, 17, за моей спиной. Электросила. Хорошая тема.